Всем привет, с вами Женечка, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Окей, для начала надо собрать немного ресурсов, чтобы построить дом. Я буду делать все очень быстро, четко и красиво. Ну, насколько я смогу. Я, честно, не любитель Майнкрафта, не играл в него днями и ночами. Ну, не любитель из-за того, что как раз-таки не играл. Но я буду играть и записывать. И надеюсь, что я его полюблю так же, как многие, кто играл в Майнкрафт. Окей, надо найти местечко для дома, потому что в лесу строить не оптимально. И... О, тыковки. В лесу строить не оптимально, потому что тут некрасиво как-то и... Ну, кал, короче говоря. Хочу найти местечко на берегу моря или озера, что-то в этом роде, чтобы можно было смотреть на закат или на рассвет. Ведь это красиво. И чтобы не было так много деревьев. Ладно, сейчас найдем. Честно, если уж так говорить, мне Террария больше нравится, чем Майнкрафт, потому что в Террарию я играл довольно-таки большой промежуток времени. Но в Майнкрафт так затяжно не играл, чтобы прям сидеть и играть. А в Террарию, да. Но надеюсь, мне все-таки понравится. Я посижу и поиграю. Так, животные. Вот. Вот оно, вот тут хорошее местечко, чтобы построить свою хижину. Плюс еще какие-то катакомбы, что-то заглючило. Ой. Какие-то катакомбы. Вот, да. Ну, тут не прогрузилось почему-то. Окей. Я буду записывать и постараюсь пройти даже игру. Ну, насколько это возможно. Потому что я... Слышал, что Майнкрафт можно пройти, типа что-то там убив дракона, все дела. Ладно. Для начала надо сделать верстак, чтобы сделать какие-нибудь вещички. Так, вот будет наш верстачок. Новое достижение, рабочий стол. Посмотрим, тут же есть достижение о том, чтобы пройти игру. Да, вот конец. Да, требуется конец, да, требуется. Вам надо поставить верстак. Так, где бы тут дом? Вот тут вот, может быть, построить. Так. Ой, стоп. Всегда путаю. Ведь верстак открывается на правую кнопку мыши, а... Так, кирку сначала надо сделать. Что? Чё? Чёрт, она не так, по-моему, делается... Я что-то азы такие знаю майнкрафтовские, потому что, ну, не сказать, что прям днями и ночами, но часа два за Майнкрафтом посидел я. И все же как-то не зацепило. Так, деревянная кирка наша сраная, надо еще сделать меч. Как он делается, надо вспомнить, по-моему, палку вниз и две доски вот так вот, да. Вот он, наш сраный деревянный меч, но на всякий пожарный он пригодится. Так. Надо добыть немного будет булыжников или камней, ну. Так, надо сделать еще лопату. Да, вот, чтобы копать землю. Не вижу различий между... Ну, вот, зачем называть булыжники? Ведь простой камень, ведь... Булыжники — это большие камни, не так ли? Или я просто не знаю, что такое булыжники? Ой-ой-ой! Блин. Меня в Майнкрафт всегда морозили крики. Монстров, ну или что это, разговоры. Ну, для меня это крики, потому что они как-то... Типа кричат, и это всегда заводит небольшой ужас. Реально морозит.
От вот этих криков так. Наверное, зомби где-то внизу. Ну ладно, я не буду его искать. Пойду уж сразу строить хату. Интересно, вот тут в Майнкрафте есть какие-нибудь мирные жители, не знаю, чтоб сделали что точно как в жизни. Например, жениться на какой-нибудь бабе и пригласить ее в свой дом. Вот, да. Наша каменная кирка. Надо еще меч сделать. Так. Из булыжниковой меч. И надо топорик сделать. Да, по-моему, он делается. Да, вот так вот. Еще тут есть типа мотыга или что-то в этом роде. Я не знаю, никогда ее не делал, наверное, для чтобы вот такие растения рубить. Но смысл, когда, блин, они даже с одного удара руки рубятся. Так, что это такое? Что это такое выпало с медузы или что это? А, чернильный мешок. А, это не медуза, это этот. Осьминог. Ну, для меня они всегда... Они выглядят как черные сперматозоиды. Ладно, надо нарубить побольше деревца. Для начала дом построить деревянный. Ну, а в принципе, из чего должны быть еще дома? А как? В таком не очень продвинутом мире. Где кроме дерева только еще больше земли. Ну, можно построить каменный, но мне он не по душе. Так. Ух ты. Хотя, не знаю, трава тут она... Но она же вроде бы как, после того, как уничтожаешь дерево, она сама и уничтожится. Надо добыть кроватку. Аж добыть, сделать кроватку, а делается она из шерсти и дерева. Это тоже я помню отчетливо. Так, еще одну надо шерсть. Да. Так, где наш верстачок? Ладно, надо еще бы деревце дотыбить, у меня не так много. Ой. Че это я лопатой ломаю дерево? Так, а теперь где верстак? А, вот он. Сейчас надо сделать кроватку, значит... Три дерева внизу и три шерсти вверху. Да, вот она. Спать же где-то надо, и надо ее разместить где-нибудь здесь. Такая спокойная музычка играет, и все так хорошо. Ну, не, наверное, мне все-таки кажется, дом тут размещать как-то не очень. Размещу где-нибудь в другом месте. Думаю, не стоит прямо около воды, чтобы можно было выйти, дойти пару метров. Все же не настолько я ленивый, чтобы не дойти пару метров до берега, не знаю, что это, море или озеро. Так вот. Тут будет яблочко. Вот тут я размещу свою лачушку. Так. Надо сделать досок. Сразу на все. Так вот.
Еще немного деревца надыбаем. Мне очень нравится звук, когда ломаешь что-нибудь, будь то дерево или... Ну, в принципе, только дерево. Когда ломаешь, такой приятный звук. Это один из тех звуков, которые вызывают оргазм. Ну, у кого-нибудь, но не у меня. Так. Сначала построю азы. Сначала домик я сделаю маленький, чтобы можно было хотя бы в нем переночевать пару ночей. Ведь вроде бы спать, когда неподалеку какие-нибудь монстры, типа зомби или скелеты, спать нельзя. Поэтому построю небольшой домик. Ну, конечно, потом его увеличу и все дела. Все будет классно. Так. Тогда вот подходит. А то, чтобы часть стены не был верстак. Надо будет еще что-нибудь в домике поставить. Не голые же стены. Ну, еще надо добыть угля. Потому что все-таки... Будет темно. Ладно, уж лягу спать. А то ночь, чтобы продолжить работу днем. Ладно, вот и день. Вот петушок. Надо накормить его. Ну, чему золотое сердечко. Меня это никогда не перестанет радовать, когда вот петушки такие сердечками. Надо добыть еще немного булыжников. Хочу сделать булыжниковую крышу. Так, что-то лагануло как-то. Надеюсь, на видео будет нормальное освещение, потому что здесь у меня очень темно. Я почти ничего не вижу, но угля я не вижу. Все-таки вижу, что это просто булыжники, а не уголь, но очень слабо. Да что ж такое-то? Где же, блин, уголь? Ладно. Надеюсь, схожу за ним в другой раз. Потому что, ну блин, ну он все-таки очень тоже важный такой ресурс. Уголь. Потому что, ну, покопаю чуть вниз, может, найду. Потому что, блин, без него ничего не будет видно. А тут вечная темень, где-нибудь в катакомбах, я не знаю. Дома тоже темно. Хотя, в принципе, ночью я буду спать. Так, все же, господи, где же ты, уголь? Уголь. Ладно, я надыбал немного булыжников, чтобы построить крышу. Ну или хотя бы часть ее. О, еще яблочко. Откуда оно тут? Так. Блин. Когда я ставлю ресурс, ну, блок не в ту часть, не туда, куда мне надо, у меня... Ой, господи, вот... Такая лень доставать топор или... То, чем можно его быстро сбить. Мне просто нереальная лень. Хочется просто добить его рукой, но... Это все получается дольше. Так что тут... А, господи, трава сраная. У деревянных блоков у них цвет, как у какого-то ваниля. Как вот у ванильного пудинга. Серьезно. Так. Буду строить крышу. Она будет такой, которая не будет течь. Но это уже будет совсем другая история. Всем пока, с вами был Женечка. Это были приключения Майнкрафта.